Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Накануне Андрей Григорьев Аполлонов напомнил пользователям социальной сети о том, что ровно 22 года назад не стало солиста группы «Иванушки» International Игоря Сорина. Музыкант был главной звездой коллектива и любимчиком публики. Еще в детстве Игорь Сорин вел весьма творческий образ жизни. Мальчик прекрасно рисовал, сочинял стихи и обладал отличными вокальными данными. Учась в радиомеханическом техникуме, Игорь создал музыкальную группу, которая сразу же стала популярной в учебном заведении. Тогда Сорин понял, что должен связать свою жизнь с музыкой и поступил в училище имени Гнесиных. В карьере певца всегда были громкие взлеты и падения. Ему приходилось прерывать учебу, чтобы участвовать в многочисленных мюзиклах. На съемках одного проекта ему предложили поехать в Америку и продолжить обучение на другом конце света. Видимо, Игорь действительно чувствовал, что должен остаться в Москве, поэтому моментально отказал зарубежным коллегам. Пик карьеры Сорина пришелся на расцвет группы «Иванушки International». Именно Игорь привел молодого Андрея Григорьева Аполлонова в российский шоу-бизнес. Уже после первых месяцев существования коллектива стало понятно, что парни будут пользоваться успехом. Так оно и вышло. «Иванушкам» потребовалось 3 года, чтобы исколесить всю Россию и заставить говорить о себе в каждом городе необъятной страны. На их концерты собирались полные стадионы. Поклонники не давали проходу молодым людям даже в свободное от выступлений время. Но все это было до того момента, как Игорь Сорин не решил покинуть своих коллег и заняться сольной карьерой. Трагичным был уход музыканта из жизни. После того, как артист отправился в свободное плавание, через полгода его не стало. 1 сентября 1998 года Сорин выпал из окна 6-го этажа жилого дома. Медики долгое время боролись за жизнь молодого исполнителя, проведя ряд сложных операций. Но и это не спасло музыканта. Сейчас бывшие коллеги Игоря каждое 4 сентября напоминают поклонникам о любимце публики. Андрей Григорьев Аполлонов опубликовал архивные кадры в Инстаграм и добавил весьма внушительную цифру. 22 года, немногословно выразился артист. Спустя несколько десятков лет Григорьев Аполлонов высказал свою версию обстоятельств смерти Сорина. По словам музыканта, экс-солиста «Иванушки» International могли убить. Однако Андрей все еще не определился с официальной версией. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!